Здравствуйте, уважаемые блогеры. Ну вот я сегодня так вот одет в шляпе, ходил. Вы знаете, я вот что вспомнил. Вот мне было лет 10, наверное, 12. У нас жил сосед, здесь же на Крохлевке, в Перми. И вот, вы знаете, мне бабка рассказывала, что слухи ходили, что он работал в разведке. Он такой был странный, такой какой-то такой сухопщавый и так далее. И вот мы как-то так к нему относились, как к чудику местному. Он там что-то нам, помню, пытался про Сталина рассказать. А сейчас я понимаю, что он, видимо, попал под репрессии Хрущева. Видимо, да, отсидел и сюда к нам, у нас здесь. Ему уже видно было, может быть, 70-70, а может быть, ну вот так где-то за 70, да. То есть я так понял, что, видимо, он попал под репрессии Хрущева. Работал и так далее. И вот сейчас бы пораспрашивать, ведь в молодости все, что так сказать, выходят за рамки нашего восприятия, все кажется чудным, глупым и так далее. Вот я отчасти тоже сейчас в такой же ситуации. Я представляю, как смотрят на меня некоторые, в которых определенный кругозор, тоже, наверное, как на чудика. Вот того бы чудика пораспрашивать, интересно, много рассказал бы. Потом, так как я помню, что соседи что-то ребята рассказывали, что он... Ну вот, да, вот так вот, сейчас вот уже ничего-то не вернешь. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.